Все нормально. Таможня прошла? Прошла. Все хорошо? Все хорошо. Документы отличные. Потерял? Да ничего не потеряла, зай, господи! А! Ты ничего не делаешь. Достал. Давайте сразу скинемся по две штуки. Я думаю, нормально будет. Кажется, очень круто посидим. Ребят, я беременная, так что я за двоих. Четыре штуки. Стоп. Я вообще на правильном питании. Не пью, не ем. Два огурчика максимум. Вот. Лет, ты что, всегда, Лет, как обычно, блин, ну вообще. А рыбы-то сколько поймали? Клёв уже? И какая дурак. Подождите, смотрите, я тут такой видос угарный нашла. А, кстати, а знаете, я как в видосе попробовала сделать, смотрите, у меня моментально просто синяк. Моментально просто. 1900 с тебя исчез. Ну что, тренер, заставь меня пропотеть. Легко, упражнение сотни, пилатес. Стоп. Пропотел? Нет. Вот пропотеем. Секретный шаг. И ускоряемся. Ну что, вспотел? Иди сюда, сейчас вспотеешь. Следующий. Я заставлю. Погнали. Давай, как самый последний раз, не родил. А ну собрался, где твои мышцы? Еще прыгай, дыши. Вот теперь я вспотел. Я тоже. Зай, походу видео твое опять удалили. Да, блин, задолбали, вообще снимать ничего больше не буду. Ты уволен. А не, показалось. А, да? Продолжай. Все, давай, кушай. Приятного аппетита. А что ты такой соус слизываешь? Ешь давай нормально, там мясо внутри вкусно. Ешь. Как вкусно. Я очень рада, кушай на здоровье. Пока все не съешь, не выйдешь. Я ему ничего не давал. Ты его случайно этими голубцами кормил? Так, все, стоп, хватит. Я пошла готовить борщ. Никуда не уходи. Нет, только не борщ, пожалуйста. Не, чувак, теперь каждый сам за себя. Лен, не надо борща, после твоих голубцов Мартин заговорил. Вопрос. Лена, как добиться такой фигуры? Все очень просто. Записывайте. Берите с собой на спорт самые важные вещи. Спортивный костюм для фото с гири. Спортивный костюм, чтобы завиделась Машка. Спортивный костюм, где у вас не торчит животик. Купальник. Купальник для бани. Купальник для сауны. Купальник, чтобы завиделась Машка. Все, слышь, я поехала. Проводите в зале не меньше 2 часов. Но лучше это время проводить с тренером. Ну что, ты готова? Я готова, тренер! А картошечки можно? Да, конечно. Если очень хочется сладенького, не отказывайте себе в удовольствии. Просто за каждую конфету добавляйте себе по 5 минут на беговой дорожке. Ну вот, осталось всего 450 минут. В общем, следуйте моим советам и будьте как я. Ну что, 3 месяца тренировок. Сколько скинула? 6000 рублей. Она права. Гвадалупа, ты сестра Педро. Нет, это его мать. Не, сестра. Да мать. Ты сестра, я говорю, спорим? Спорим. Сестра. Мать. Кто разобьет? Разбей. Какие еще варианты? Алло, Настя, привет. А ты можешь прийти и спор разбить? Валер, можешь подойти, руки разрубить? Блин, да верну эти козырь, верну. В смысле топором? Валеру за баню совсем кукушкой поехал. Настя отказалась. У меня есть идея. Пойдем.
Здрасте, я вам пить. Заходи, нам третий нужен. Не, ребят, я даже такие фильмы не смотрю. Да нет, надо руки разрубить. Чем? Топором? Лучше завязывай с играми, а, пошли. Пойдем. Паделупа, я твой отец. Да ну нахрен. Вот это закрутили. Останься тебе на пару. Видишь, котеночек, совсем не больно. Ну, пару часиков придется помолчать, и все. Шапочку забыли снять. Пойдем, пойдем, я тебе чай сделаю. А, тебе же нельзя. Как это? Вот твой чай. Нельзя, я сама попробую. Никому, я не понимаю, покажи. Я маленькая, чай, ты меня уронил. Так, давай, собрались, давай. Два карлика. Два, может быть, сказать, это сборчик, у папа, может быть, Точно, детей забрать, да? Так и сразу не догадался, это было карлики какие-то. Как вы в садик отошли? А как вы пришли? Заяц, ты что, сразу не мог сказать? А Мартин же говорил, его никто не слушал. Сколько? Модель пробежала с купальники по футбольному полю и за ночь набрал 2,5 миллиона подписчиков? Я знаю, что делать. Сейчас все будет. Еще не появились. Бежим еще. Опять не успел. Ладно, завтра пораньше приду. Только отписываются. Ну что, как там твои 2 миллиона? 2 миллиона штраф за драку на футбольном поле. Решила стать певицей. Ты хорошо подумала? Да. Я уже даже песню придумала. Слушай. Мой инстаграм не для тебя. Да лучше бы ты пить начала. Нет, ты лайкаешь меня, скорбя. Лучше бы ты в дом 2 пошла. Ты лайки ставил, но мне. Остановись, прошу тебя. Я больше не могу Все, хватит. Ну давай мы твою криптовалюту создадим. Ну давайте шубу куплю. Да, давай, шубу хочу. Мой инстаграм не для тебя. Я фоткаю себя, скорбя. Это шедевр. Ты лайки ставил, но не мне. А мне все это попи. Есть только один выход. Мой инстаграм не для Блин, Зай. У меня баба какая-то бородатая песню украла. Еще до премьеры. Ну все, я больше не буду певицей. У нее уже 100 миллионов просмотров. Да она миллионер уже. Сколько? Зай, а да. Ты можешь еще песню написать?